О коррупции в Украине, конечно же, говорили на этой неделе и в швейцарском Давосе. Причем не только всерьез. Представьте себе, самый известный на планете андроид София завис в украинском доме в Давосе во время обсуждения как раз того, что делать с коррупцией. Якобы не выдержал процессор. Вчера об этом в Фейсбуке сообщали депутаты и участники украинской делегации. Забавно, что раньше за Софией никто подобных проблем не замечал. Впрочем, быстро выяснилось, что с Софией все в порядке. Просто у нее не было заготовленного ответа на вопрос о коррупции в нашей стране. София – это спецсоциальный робот, которому уже 2 года. Она очень популярна из-за своей человекоподобной внешности. Смоделирована по образу актрисы Одри Хепберн. София может имитировать до 60 эмоций, некоторые жесты и выражения лица. Она стала первым роботом, получившим гражданство. Вот только самостоятельно мыслить София пока не может, хотя и анализирует информацию. Ну, а в Давосе в момент дискуссии София работала в режиме интервью. Это означает, что модератор должен был знать, какие вопросы зададут андроиду, и запускать треки с подготовленными ответами. О том, как победить коррупцию в Украине, Софии, впрочем, как и многим нашим политикам, стоит отметить, сказать было нечего. Вот она и промолчала.